Показники всіх аналізів вагітних в деякій мірі відрізняються від аналізів у звичайному стані. Це стосується також рівня глюкози. Можна допустити до 6 мілімоль на літр. Так, у звичайного чоловіка 5,5, там 5,8 вважається мілімоль на літр. Це норма, верхній порог норми. Вот. Нижній порог норми 2,5. Что ниже 2,5 тоже не очень хорошо, это гипогликемические состояния, они тоже сопровождаются неприятной симптоматикой, это тоже могут быть знаками других заболеваний. Якщо черговий результат аналізу показав підвищений рівень глюкози. Есть такое понятие, как во время беременности виражи вот этой глюкозы, то есть глюкозурия бессимптомная у беременных, так называется. Это повышение незначительное и очень кратковременное сахара, даже не связанное с пищей, ну как не связанное относительно, но не абсолютно. Пища все равно это то, что, чем мы заправляемся. Заправил автомобиль хорошим, поездил, заправил плохим, понятно. Точно так же и тут по такому принципу. Покушал углеводики, получи, вот, покушал там белки, конечно, будет меньше. Підвищенню глюкози сприяють наші традиційні продукти. Мы, конечно, понимаем, что у нас каши, вермишель и картошка со стола практически не сходят. Такой у нас уже, собственно, менталитет пищи. Даже не будем говорить, что это дешевле или там что-то дороже. Просто это обычная наша вот славянская еда. Вот. А это все углеводы, которые будут трансформироваться вот в такое повышение. Особенно жареная картошечка как раз. Вот, бананы дают повышение, транзиторное, кратковременное повышение, но опять же мы не говорим о таких завышениях, как там 7,5, 10, 12 и так далее. Мы говорим, что чуть больше 6, до 7 могут быть, но они сами по себе проходят, и это корректируется только диетой, никаких таблеток, как правило, не выписывают ни гинекологи, ни эндокринологи. Легке підвищення рівня глюкози вагітна ніяк не відчує. Это еще незначительное колебание сахара, она не будет хотеть пить очень сильно, как вот диабетики с повышенным сахаром, у них есть симптомы, да, вот, или когда падает сахар, их трясет немножко, знобит, у них такое полуобморочное состояние, вот, и, или когда вот они хотят сильно кушать, это низкие и высокие, когда они сильно хотят пить. Женщина, когда повысился сахар до 6-6,5, она не будет никаких еще симптомов ощущать абсолютно. Також загрози ніякої від періодичних коливань глюкози у крові вагітної немає. Хіба що це вплине на майбутню вагу вашого малюка. Глюкозки, гуляющие в крові у женщины, это вероятность рождения крупного плода. А ну-ка, глюкозка в крові, конечно, вот он и вам набрал. Если частые такие прецеденты бывают, то мы получаем на выходе 4 килограмма и более.